Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и это новости от Gadget X. И тут у нас такая новость. Samsung Galaxy Note 7 превратился в Meizu Pro 7. В связи со сложной ситуацией, в которой оказалась компания Samsung из-за Galaxy Note 7, многие начали размышлять над вопросом, что будет делать компания с тысячами отгруженных, а теперь уже отозванных смартфэдов. Как известно, компанию Meizu связывает добрые отношения с южнокорейским производителем. Кроме того, Meizu заинтересована во внедрении изогнутых дисплеев, которые теперь лишним грузом лежат на складах Samsung. Корейские и китайские СМИ внезапно разразились информацией о том, что дисплеи и модули камер от Samsung Galaxy Note 7 могут пойти в производство Meizu Pro 7. Иными словами, Pro 7 получит 5,7-дюймовый Quad HD Super AMOLED экран и процессор Exynos 8890, а также 12-мегапиксельную камеру Sony. Ранее в Meizu Pro 5 были установлены экран и понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.